тех целей,
Считать окончившими гимназическую ступень средней школы 26 учащихся азбуки. Ниже перечисленные учащиеся получают аттестаты об окончании гимназии и сертификаты Государственного центра экзаменов. Итак, аттестат свидетельства об окончании гимназии получает Илга Андреева. Анастасия Карцина.
Вадим Пушкарев.
результат о среднем образовании, свидетельство о владении государственным языком на среднем уровне и грамоту за особые успехи в изучении географии эстонского, учения человека и граждановедения получает Игорь Достигач. Спасибо.
каким-то словом, то, пожалуйста, дорогие ребята, вам слово. Валерий, Татьяна, пожалуйста. Дорогая школа, дорогие учителя, родители, как долго мы ждали этот день, как мечтали о нем, и вот наконец он наступил. Мы получили документы, и теперь перед нами множество путей. Конечно же, мы все очень волнуемся, как мы найдем свое место, куда мы поступим. Но мы надеемся, что каждый найдет что-то для себя. Сегодня мы говорим «До свидания, родная школа! Здравствуй, взрослая жизнь!» Спасибо, школа, за все, что тот, чему ты нас научила. Конечно же, каждый из нас хочет сказать спасибо родителям, которые вырастили нас и воспитали. Воспоминания о школе самое светлое, поэтому каждый из нас сохранит его на всю жизнь. Вот и все. Прилетела школа. Закончился 12 класс. И только сейчас я понял, что я, может быть, многое упустил. Многое не успел. Не успел сказать спасибо. Не успел сказать извините, я был неправ. И, может быть, еще что-нибудь. И поэтому мне немножко грустно. Наш класс, как таковой, сумел сдружиться только вот в конце учебы. Только сейчас мы стали настоящими друзьями. Более-менее стали понимать друг друга. И поэтому мне немного грустно. Но все-таки сегодня наш день. День выпускников. Конечно, нельзя не сказать спасибо всем тем, кто чему-то нас научил, чему-то нас... Спасибо всем. А как было в девятом? По-другому было все.